Доброе утро, братва. Подписчики мои, это в эфире все та же передача, которую вы нихера не смотрите. А, чё, я в итоге выезжаю в Штаты. Наконец-то. Просто прошло 3 года с момента получения визы. И вот, наконец-то, тот самый день, когда я собрался и вылетаю. Я немного приболел, правда. Но надеюсь, что это не помешает мне классно отдохнуть. Время 6 утра, сейчас жду жду такси и выезжаю в Шереметьево. Вот, короче, какой-то такой движ. Решил заснять вам некий влог. Я думаю, что на момент выхода этого ролика у меня все-таки будет уже 28 подписчиков. Вот, в общем, как-то так. Сейчас пойду куплю себе таблетки какие-нибудь и буду выдвигаться. В общем, следите. Так, ну что, я приехал, короче, в аэропорт. Вот он красивый, я первый раз здесь. Прикольно. Так, сейчас буду раздупляться, куда мне что? Где куда двигаться? Прикольно это все. Noise is always loud, there are sirens all around and the streets are beat. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Приехал я в Москву, что-то у меня голос полностью сел. Это первое. Второе. Блин, прикольно. Я в Нью-Йорке. Голос сел, уши заложило. Короче, это жесть просто. Просто жесть. Короче, ребята, все, добрались в номер. Днем только что буквально немного погуляли. Но я что-то не стал снимать, что у меня прям такое плохое самочувствие. Вот, короче, показываю вам номер. Вот такой вот небольшой номер. С ванной, с туалетом. И вот такой вот вид. Беседки какие-то. Короче, как-то так. Вот. Сейчас иду в душ, немножко раздупляюсь и что-нибудь подсниму. Честно говоря, такое самочувствие немножко плохое, потому что приболел. Насморк, горло болит. И ухо заложило, что самое главное. Короче, прям комплексом, комбо. Вот. Вечером собираемся идти на барбекю. И потом в какой-то ресторан забронировали. Вот. Короче, как-то так буду держать вас в курсе. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in line, on my name, Marcos, found out on Broadway. If it don't fit, it only seems I've got a pocket full of dreams from New York. Concrete jungle. You can dip within my accent when I talk. I'm in need.
поехали вот к памятнику 9.11, где был теракт. Вот. Вот имена людей, которые погибли. Сейчас здесь фонтан. Небоскребы. Ребят, ваши комментарии. Слушай, ну очень круто, нас собралось достаточно много, все разобрали, кому что по душе. Байки. Да, и начнем сейчас. Так, погоди. Yeah. Go! Guys! Oh, I'm out like fire! Oh, shoot! Oh, shoot! Oh, shoot! Oh, oh, oh. Ателина, это было для тебя. Представление. Остальные фотки. Я как птичка, чувак, это нормально. Брат, как тебе? А? Куда мы едем? Видишь, у тебя ноль и не едет, а у меня на нуле едет. И у меня на нуле едет. Нет, ну сейчас же не едет. А у тебя что, сейчас едет? Я отключил. И что? Айгуль, ноль? Вот так вот. Спокойненько. Да, не котик, и всегда гений. Айгуль, гриди. Я тебя не понял. Короче, приехали в Центр Парк, взяли электросамокаты, договорились ехать все вместе, но все разъехались. Стоим вот вместе, ждем всех остальных. Вот, поэтому как-то так, вот такая вот красота. Остановитесь! Чего все уехали-то? Они очень быстро улетели. Я стоял, жду всех. Все такие, хоп, взяли и уехали. Они да ладно, забей. Кто уехал, тот уехал. В общем, да, вот это все сделано ручная, вот это все ручная работа с 1850-х годов. Это вот когда начали строить парк. С 1850 по 70-й год. В общем, 20 лет его строили, потому что все, что вы видите, сделано руками людей. Этого всего здесь не было. Вот это озеро, оно искусственное. То есть эта часть города была такая болотистая, заброшенная. Они очень много тонн, миллионы тонн почвы сюда принесли. Посадили все эти деревья, более 28 тысяч деревьев посажено было. И они все такие разные, вот, со всех стран. Затем, ну, и заполнили вот эти озера. А единственное, что натуральное в этом парке, это вот эти скалы, которые вы видели. Да, им да, да. 500 миллионов лет, это гранит. Если вы посмотрите, они там блестят. You could dip it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. Короче, ребят, приехали в центр Нью-Йорка, Times Square. Вон, кстати, если видно, основное место, где все фоткаются, очень круто. И очень много людей тут снимают.
находимся на Times Square. Пик. Просто пик. В общем, наконец-то мы приехали подальше от этих небоскребов, всего такого. Приехали, в общем, на Брайтон-Бич, где живут... Да! Почему? У нас же еще время! В общем, уже зовут. Мы только приехали, а уже зовут. 10 минут осталось. В общем, приехали вот такой вот район, где живут только русские. Брайтон-Бич называется. Очень антуражные. Здесь люди живут максимально, мне кажется, незащищенно от всего и как-то открыто, дружат и все такое. Вот сейчас покажу. То есть вот такие вот небольшие дома. Домики. Видите, вот, ну, вот смотрите. Стекла вообще без каких-либо решеток. Нет забора. Вот такой вот маленький заборчик. Максимально интересно, вот такие. Конечно, хочется погулять в таких вот местечках. Вот. Как-то так, как-то так. Сейчас приехали на Брайтон-Бич в ресторан к одному из крутейших владельцев, рестораторов ресторана. Блин, мне, наверное, надо идти обратно. Одному из крутейших рестораторов. Он нам рассказал вообще о жизни в Штатах, что здесь происходит, как здесь, что здесь и так далее. Короче, классно, классно, очень круто, интересно. На самом деле, я хочу здесь еще пройтись. Прогуляться. Но он все ребята пошли впереди. Какие 40? А, в? 40. Ну. 3 минуты. Да. Блин, я бы погулял здесь часик-два, как минимум. Слушай, ну я чуть-чуть пройдусь. Короче, в основном сюда приезжали, большая диаспора была украинцев. Потому что, если обратить внимание, здесь многих на машине украинский герб. Вот. Это, конечно, здесь интересненько. Вот у них дворики такие. Прикол в чем? Завтра мы уже улетаем в Майами, в 9 утра у нас вылет. Сейчас мы едем, скорее всего, в отель переодеваться и, может быть, поедем к Гере. Это вот как раз-таки русский армянин, который держит на Брайтон-Бич, на Брайтоне ресторан. Вот. И завтра утром мы уже улетаем. Не знаю, как я буду монтировать это видео, либо сделаю отдельно именно Майами, Нью-Йорк, либо просто отдельно в Нью-Йорк и Майами. Буду думать, в общем. Пока не знаю. Но тяжело, конечно, снимать именно смотреть, в первую очередь, снимать на камеру и снимать на телефон, потому что нужно все это посмотреть в сторис, показать, рассказать. Вот, кстати, ребят, кто... На самом деле много моментов, которые я заснял. Многие моменты есть в сторис. Здесь, в этом видосе, много чего нет. Поэтому, если хотите, можете перейти посмотреть. Вот, кстати, тоже одна из самых больших проблем – это мусор. Мусор – это везде, просто везде. Будь то на Манхэттене, будь то в центре. Абсолютно везде, на Брайтон-Бич. Все, ребят, короче... Либо для следующей локации, либо, может, завтра утром еще кто-нибудь подсниму. Все, обнял. Хочется на место, которое в 6 утра надо уехать оттуда, потому что там будет клининг.
И если ты в 6 утра туда не уедешь, то тебе выпишут штраф $60. Это ты... если вечером приезжаешь и хочешь припарковать машину. И ты идешь спать, просыпаешься в 6 утра, ебошишь к этой машине сон, садишься и опять час ездишь, опять ищешь место. Но утром типа поспокойнее, потому что кто-то уезжает на работу, и типа ты можешь найти это место, понял? И пизда. И это каждый вечер. Вон, Марго. А вы куда? Кого? Туалет? А. И пиздец. И это самое нелюбимое. Ну как вам? А что там было? Не важно. Аделина ехала, это не считается. А что она доказывает? Чисто. Она очень чистая. Не. I have a clean heart. А что она говорит? Чистое сердце? Ничего не говорит, она просто больная женщина. Ребятки, всем привет. Это новое или продолжение старого видео про мое путешествие в Майами, точнее в Америку. В общем, докладываю, мы приехали в Майами, Майами-Бич, ждем ребят сейчас. Сейчас находимся в аэропорту, ждем ребят, сейчас они возьмут машину и приедут к нам. Находиться, короче, мы будем здесь 10 дней. 10 дней, капец, это просто капец. Поэтому... Надеюсь, будет весело, круто. Будем ездить на машинах, ездить в казино, лимузины, все такое. Очень круто. Буду вам потихонечку рассказывать, докладывать. В общем, как-то так. Настроение супер. Я уже немножко выздоровел. Практически не чувствую ни кашля, ничего. Поэтому как-то так, настроение супер. Вот такой вот аэропорт. Wake up, feeling blessed up. Tissue on that dresser. Ain't afraid to show it. I'll expose it if I dress up. Riding in that Vesta, roasted nigga ketchup. Sipping on that syrup till I messed up. Like yes sir. But now I'm getting changed. People looking at me strange. Like niggas switching lanes, never change to the same. We fuck bitches get paper. You fuck niggas on papers. We walk around with lasers. You probably own some tasers. Blame niggas disgrace us. They girlfriends want date us. Got different hoes, I'm different hoes. You can tell by my pay stuff. My niggas getting right, smoking we with dirt, hurting we with dirt, and we. У меня все за, я хочу на Бали, на море туз. Были там прослушки, меня все за, я хочу. Друзья, всем привет еще раз. В который раз. Короче, приехали в Винвуд. Короче, это такая майамская штука, район, где очень много галерей, где расписаны все стены, если вот можно посмотреть. Все стены расписаны, и очень много картин в галерее. Вот, сейчас гуляем, честно говоря, подустал конкретно от переездов, от большого насыщенной программы. Вот, я сейчас дождь уходит. Короче, ребят, всем привет, всем здрасте. Решил с вами поделиться вообще, что происходит, что за движуха в Штатах. Зачем я здесь, почему я здесь и так далее. Наверное, коротко скажу то, что Штаты — это была на самом деле вся мечта моей жизни. Я очень хотел попасть в Штаты очень давно. На протяжении 3 лет я занимался тем, чтобы слетать сюда.
целью была это посмотреть, что как, разобраться, потому что Штаты это что-то другое. Это реально что-то другое. И полтора года я занимался тем, чтобы получить визу. Я ее получил в Австрии, можете посмотреть. И полтора года я уже должен был слетать сюда в октябре прошлого года, но не получилось, потому что пандемия, все дела. Вот, и сейчас, на текущий момент, появилась возможность полететь в Штаты бизнес-туром с братом. Короче, что это такое? 15 предпринимателей, которые занимаются там какой-то деятельностью в России, собрались, собрал их брат мой, и выезд в Нью-Йорк и в Майами, посмотреть, что такое Нью-Йорк, самое главное, пообщаться с ребятами, которые здесь ведут бизнес, русские ребята, и, ну и в целом посмотреть, что это такое Штаты, что такое Нью-Йорк и Майами. Я уже здесь, наверное, нахожусь порядка 8 дней, наверное, это 9-й день, когда я нахожусь здесь. Очень тяжело было с точки зрения того, что каждый день у нас какая-то движуха, куда-то мы бежим, с кем-то мы общаемся, вообще не успевал ничего снимать, вот этот первый день, наверное, первый видос, который я могу снять хотя бы там минут 15 выделить. Потому что достаточно такая насыщенная программа, интересная программа, со всеми хочется пообщаться. Вчера, на самом деле, мы поехали на Винвуд. Вчера я прям уже выдохся. Я думаю, что все, надо немножко успокоиться, надо немножко отойти и чуть-чуть хотя бы отдохнуть. Вот. Сейчас мы находимся в Майами. Сегодня, точнее завтра, крайний день, когда заканчивается тур. Завтра уже как-то будет более-менее полегче. Что, во-первых, хочу отметить, что Нью-Йорк и Майами вообще разные, естественно, города, потому что Нью-Йорк – это на самом деле та же Москва, только грязнее. Но интересный город, реально интересный, много необычного, много интересного. Ну, будет отбивки, посмотрите. Очень много нюансов, небоскребы, очень дорогой город, потому что все очень дорого. Отели, ты снимаешь, казалось бы, отель там условно за $200-300 в сутки, он очень маленький, прям максимально маленький, ну, то есть там а-ля 10 квадратов. Для Нью-Йорка это норма, то есть у них так принято. Мы жили на Манхэттене, прям напротив мемориала 9-11, это где был теракт 20 лет назад. Прям напротив него, у нас с окна был вид на него. Вот, но в целом красивый Нью-Йорк. Не было, конечно, эффекта вау, потому что я думаю, что у меня такой эффект будет от Лос-Анджелеса. Хотя на самом деле первой целью, первой хотелкой и идеей я очень хотел, ну, заразился именно Лос-Анджелесом. Я очень хотел Лос-Анджелес. Но в Лос-Анджелесе сейчас карантин, очень много ограничений, и туда сложно вообще в целом попасть. Вот, поэтому решили поехать в Нью-Йорк, Майами. Вот, прилетели в Майами, на самом деле, сколько, 5 дней назад. Майами очень красиво. Нереально красиво, везде пальмы, везде так как-то вот необычно, реально необычно, очень круто, очень нравится. Я хочу сюда приезжать еще, но Майами это тоже очень дорогой город, стоит все дико дорого, вот. Но в целом, конечно, соответственно, цена-качество, оно того стоит, реально. Ты хоть и тратишь много денег, но ты кайфуешь здесь, реально кайфуешь, заряжаешься энергией, реально хочется приезжать сюда еще и узнавать совершенно с другого ракурса этот город. Вот как-то так. Еще будем находиться здесь до 28 сентября, 28 мы вылетаем, вот завтра крайний день, завтра мы выселяемся с отеля, переезжаем в другой отель. Хотим взять тачки, поехать на Key West, это самая южная точка вообще Америки. Очень красиво должно быть, не знаю, посмотрим. Вот, в общем, как-то так. Снимаю на новую камеру, но точнее, это не моя камера, это камера Марго.
классно, не знаю, посмотрим, как она снимает, но пока мне картинка очень нравится. Я достаточно приболел, на самом деле, когда я летел в Нью-Йорк, я очень плохо себя чувствовал, реально. Я не мог просто, я летел в самолете, у меня горло болит, насморк, кашель, очень голова болела, прям очень тяжело, я 10 часов летел. Вот, но в целом я безумно рад, что прилетел. Для меня это что-то новое, что-то реально новый период какой-то в жизни, поэтому я безумно рад этому, реально безумно рад. Я думаю, что еще много будет чего поснимать. И так много на самом деле контента, но контента именно обзорного, потому что реально не успеваешь даже снимать. Нужно снять на камеру, нужно снять на телефон, нужно снять в сторис. Я уже, наверное, говорил где-то в каких-то периодах, что вы можете посмотреть много сторис. Я реально много снимал в этой поездке сторису. Можете зайти в Инстаграм, посмотреть, там есть эти сохраненные, актуальные. Короче, как-то так, такая движуха. Меня вот как раз сейчас уже ищут. Я вас обнимаю. Короче, ребятки, всем привет. Всем здрасте, всем доброе утро. Доброе майамское утро. Короче, расклад следующий. Вчера взял машину себе в прокат на 4 дня. Такой вот Ford Mustang 2020 года. Офигенная машинка, прям. Я прям кайфую. Прям красивая, прям четкая, мощная. Короче, история следующая. Сейчас ждем парковщика, когда он даст нам ключи. И выдвигаемся на пляж. Настроение супер. Брат, как ты? Уже все. В общем, как-то так. Гуляем, отдыхаем, очень круто. Красиво, выспались. Сегодня у нас 25 число. Через несколько дней выдвигаемся, наслаждаемся последними моментами в Майами. Вот, как-то так. Короче, ребятки, всем привет. Еще раз, в который раз. Я все продолжаю снимать влог, который вы нихера не смотрите. Значит, история следующая. Мы едем уже возвращать машину, потому до этого я не успел вам заснять, потому что кайфовал. Ну, тоже поймите меня правильно. Короче, что, заканчивается наше путешествие спустя 14 дней. Я думаю, что это не последний наш выезд в Штаты. Сегодня чилим. Отвозим тачку, покупаем подарки. Подарки, кстати, тоже нихера не успели купить. Все, братва, короче. Попрощался я со своей камерой, своей тачкой. Приехали на парковку отвозить ее. Уже попрощались. Сейчас, ну, я немножко всплакнул, конечно. Попрощались с моей ласточкой. Все, ждем такси и едем в Walmart. А в Walmart нам нужно купить какие-то подарочки. Такой он классный. Блин, я аж привык как-то к нему. Он такой кайфовый. Как-то так. Все, братва. Я вас всех люблю. Не знаю, включусь я еще или нет. Наверное, да. А может быть и нет. Но в любом случае, я вас люблю. Может быть, да. Реально, вот, блядь, подпишитесь, заебете вы, не подписываться, аж бесите. Все, ну и лайки поймите. Все, обнимаю, люблю, всем пока.